Виктор Андреевич, да? Вам письмо. От кого? Анонимно. Тут же может быть сибирская язва. Может, очень опасно. Ха, ничего страшного, у меня иммунитет, я ж ей болел. Подождите, вы болели обычной язвой желудка. Хотя вы живете в Сибири. Я о том же. Очень интересно. Если к 24 числу на этот счет 5, 6, 1. Да это не важно, вы читайте дальше. Так, да, это сейчас не важно. Не будут переведены 100 тысяч рублей. В ближайшее время вас посадят за взятку. Владимирский централ, ветер северный. Это за какую такую взятку? Я не знаю, я ж не беру взятки. Гордиться здесь нечем. Вам просто взятки не предлагают. Это мой принцип! Вам просто не предлагают эти черные взятки. Тем не менее, не обращаем внимания на эти глупости. У нас очень много важных дел. Так, что, красим волосы мои или нет? Я, честно говоря, думаю, пока еще смысла нет. Ну. Вот так! В мастил! Да не может быть, тут уже вышел! Это ты встал, снял трусы и вошел в магазин! Я никуда не пойду, все! Карточный долг это святое! Если не пойдешь, я в инстаграм выложу, как ты панина смотришь! Да что такое-то, блин? Что купить? Ну, убери со стола! Что купить? Ну купи там, не знаю, водки да закусить что-нибудь, как обычно. Давай, дуй. Стой, косиплей! А какое сегодня число-то? 24-е! Да, конечно. Какой смысл читать письма какого-то шантажиста? Да, конечно, что это вообще бред. Просто выбросите его и все на. Да чисто бред, да я. Конечно. Сделаю и все. Да, я. А я по делам пошел. Да. Так, конечно. Выкинул все. Ну, выкинул и забыл. Я... Да, я считаю, интерес кое-какой присутствует. Да нет никакого интереса, просто узнаешь, что какой-то дурачок. Да, вы просто дурачок, давай. Давай. Это большая ошибка. Последний шанс. К 26 числу на счет 5, 6, 1. Господи, это по-прежнему не важно, давайте дальше, а? Это не важно, согласен. Жду 150 тысяч рублей, либо 27 числа вас посадят за взятку. Да вообще! Смотрите, какая наглость, а! Вы посмотрите, что творит, а! И главное, уже 150 тысяч рублей! Вообще никакой меры не видит человек! Хотя инфляция же, да? Да прошло всего 3 дня! Хотя в России не такое бывало. Я о том же! Да? И про какую взятку-то пишет? Да мне самому интересно, про какую взятку! Я взятки не беру, это мой принцип! Да вам их не предлагают просто! Тем не менее! Да! В общем, коллега, убедились, что да. Он дурачок? И переходим к важным делам. К делам. Давайте. Маникюр. Да. Я предлагаю в этом году все-таки классически сделать красным. Какой хороший, слушай, денек сегодня. Слушай, ну вот типа, ну вот по чесноку. Давай вот так, ну положа руку на сердце, ну скажи мне, а? Ну ты ж в 1000 раз лучше, чем я, картошку тяпаешь, а? Ну да. Слушай, ну может тогда сам и выпалишь? Нет, Емельян Степанович, нет, ты хитрец какой, нет, меня не проведешь, а? Нет, все, я сказал. Ты что такой за человек, а? Ты хоть раз в жизни можешь что-нибудь нормально сам сделать по-человечески, а? Что, картошка за тебя позеленеть должна? Ладно, тогда вы кусты пересаживайте. Да без проблем, конечно. Вот так вот. Конечно, Сиплый. Слушай, Сиплый, а давай это, я тебе 200 рублей дам, и ты сам кусты пересадишь, а? Какие 200 рублей? Это минимум 1000! Да схера ли 1000 за 2 куста? Ладно, мы там за картошку, за то, что за прополку, это понятно, там 1000. А тут всего лишь 2 кусточка, вообще, блин, да 100 рублей максимум красная цена. Ну да, так-то да. Ну вот, я же говорю. Что, сделаешь? Ну сделаю. Ну все это. Ага. Лопату соберешь. Спасибо, столько. Какое сегодня число-то? 26-е. Ага. 26-е. Хорошо. Письмо? А, нет. А что? Там к вам какой-то гость. А, да? Ага. Ну пусть зайдет. А, ну сейчас приглашу. Сейчас, секундочку. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Христа ради, буквально 5 секунд вашего драгоценного времени можно украсть, а? Ну, чисто по делу.
Ну, конечно. Ой, спасибо. Примите, да? Ой, спасибо. В первую очередь хочу, конечно, пожать вам руку. Ну, многие вас хвалят, а? Ну, многие вас хвалят. Я слышал о вашей работе, а? Ну, вы же замечательный человек какой, а? А что говорят? Ну, что говорят? Как вы хорошо работаете, говорят. Говорят, о нем вообще книги нужно писать. Говорят, да вообще, с таких людей сразу памятник при жизни надо ставить и пример брать всем, понимаете? Да, да. Да. А я к вам по маленькому делу. Так. Вы знаете, мне бы этот бумажку такую небольшую оформить. Справочка о собственности на землю. Без проблем. Без проблем. От вас документы на приватизацию, право собственности. И через неделю мы вам все подготовим. Да-да-да, просто участок не мой. Да? Вы не переживайте, да тут даже не думайте. Уберите из головы эти плохие мысли. Вы что, все нормально, он ничейный. Подождите, все чисто. Подождите, все дела не делаются. Согласен. Дела делаются абсолютно по-другому. А главное, вы знаете, коллеги. Ваши коллеги только о вас и говорят, какой вы замечательный человек. Да? Потому что я их всех знаю, ваших коллег. Я ж с ними так и работаю постоянно. Да? А коллеги это ваши соратники по боевому цеху, между прочим. А если потом? Потом вы будете лежать на лазурном бережку и пробивать амбраудерсо через трубочку. Вы чё? Вы не стесняйтесь, ничего не бойтесь. Вы такой замечательный человек, я вам еще раз. Всего доброго, до свидания. Просто жму вам руку. Виктор Андреевич. Да? Странный дедок какой-то, да, Вол? А чё он приходил? Отличный дедушка, мне вообще понравился. Да? Да! Оружие на пол, руки в Вы чё, взятку взяли? Да. Ёб твою мать, теперь всё сходится. Конечно, всё сходится. Я чё, блядь, с ним, шутить, что ли, буду?